На следующей неделе крыша будет уже выполнена на там, 90%, то есть останется только второй слой положить вот, изоляционного материала, чтобы, так сказать, вообще ничего не протекало. Ну, во-первых, все фасадные работы будут сделаны, потом будут сделаны работы, связанные с канализацией, с горячей и холодной водой. Ну, это в соответствии с ампинами, которые сегодня есть, касающихся среднеобразовательных учреждений. Вот эти работы будут все производиться. Достаточно огромный, большой такой объем работ. Вот, и я уверен, что они успеют. Ну, контролировать мы будем вот каждую неделю. Я буду также приезжать и смотреть.